16 ноября министр иностранных дел Республики Абхазии Нал Ардзинба провел онлайн-встречу с чрезвычайными и полномочными послами Республики Абхазия в иностранных государствах. В ходе встречи Нал Ардзинба обсудил с послами актуальные аспекты деятельности посольств, и по итогам совещания принято решение о создании аттестационной комиссии, которая в декабре текущего года даст оценку эффективности работы каждого сотрудника посольств. Это даст четкое понимание каждому сотруднику о его должностных обязанностях и будет способствовать правильному выстраиванию приоритетов в работе. Заместитель министра Одиссей Бигвава и руководитель аппарата министерства Владимир Ачпа будут курировать деятельность аттестационной комиссии. Кроме того, будет внедряться система KPI для всех сотрудников посольств. Сотрудникам посольства вместе с региональными департаментами центрального аппарата министерства будут формулироваться определенные задачи, о выполнении которых они будут отчитываться ежемесячно. Отчет о деятельности посольств будет предоставляться президенту Республики Абхазия ежеквартально.